Тимур, ну по твоей тематике объект-юзеров, вот я единственного нашел на выставке. Тут он такой весь лифтованный, на бамперах, на всем остальном. Ну что-то их, конечно, не сильно много. Вот тут вот, смотрите, происходит. Салон немного переделанный. Короче, я какая машина? Вот эту машину в эфире мне просили показать поближе. Я нашел ее. Это, так понимаю, Suzuki Jimny, ну, в закосе под лянчу. Ну, конечно, да, интересно сделано. Прикольно. Очень даже. И здесь рядом Jimny. Закосе под Рено. Приставкой нон-турбо. Да, интересное решение смотрится. Вроде смех смехом, а ведь людям нравится. И они готовы покупать это. Достаточно известный автомобиль, который нарисовал дизайнер Закузи. Вот он представлен здесь на стенде. Очень сильный, широкий. Это бритис грин. Ну, конечно, построен он по красоте. На сегментальной коробке, на большой турбине, в общем-то, по всем канонам. Есть вот такой вот тоже тюнер Рухан, который делает вот такие вот проекты. Проекты своеобразные, но совершенно точно выделяются на фоне всего остального. Это какая-то лютая кастомная покраска с рельефом. Я, честно сказать, даже не знаю, как это делается, но, конечно, выглядит умопомрачительно. Также здесь около классические покраски представлены уже без рельефа. Несколько мустангов Камара. Ну и Джар 86. Издалека думал, что она просто одного цвета, но вблизи подходишь. И тут на ней много чего нарисовано на самом деле. Это раскрывается только под определенным освещением. Короче, я нашел братишку Геннадия, ну только японского. Вот такая вот 15-я слива стоит, двухцветная, сильно-сильно яркая, невозможно не заметить ее. Интересно, красивая. Вот некий японец на ней ездит, о чем он и написал. Боевая машина, как вижу.